Всем привет! Вы смотрите гайд по колесу фортуны, он же раунд. Чтобы вызвать колесо фортуны, необходимо в инвентаре сделать двойной клик по камню фортуны, после чего откроется раунд. Хочу предупредить сразу, что доставание нужной вещи – дело нудное и долгое. Порой, чтобы достать нужную вещь, уходит не один час. Рассмотрим варианты, при которых вообще не стоит прокручивать рулетку, так как шансы на выпадание нужного предмета малы. Так, если в рулетке присутствует кристаллоид, то скорее всего выпадет он, а не нужная вам вещь. Нужные вещи обычно выпадают на 6-ю, 7-ю или 8-ю попытку. Но если в рулетке присутствует кристаллоид, легендарный камень или осколок, то шанс получить нужный предмет очень малы, так как на 6-ю, 7-ю и 8-ю попытку обычно попадаются перечисленные выше вещи. Поэтому основное время уходит на открытие и закрытие, чтобы в раскладке присутствовала нужная вам вещь и отсутствовали вещи, которые практически сводят на нет шанс вытащить нужный предмет. Таким образом, открывая и закрывая рулетку, ищем нужную комбинацию, чтобы нужная вещь присутствовала, а кристаллоиды, легендарные камни и осколки отсутствовали. Но не всегда отсутствие кристаллоидов, легендарных камней и осколков гарантирует вам, что вы получите нужную вещь. Вот рассмотрим пример. Шансов получить адского коня очень много. Первые два хода обычно попадается 150 тысяч золота и 25 знаков славы, если такие присутствуют. В данном раскладе знаков славы нет, поэтому шансы по идее должны повышаться. Тем не менее, в результате прокрутки коня я не получу. В первую очередь обычно выпадает либо 150 тысяч золота, либо 25 знаков славы. Далее по приоритету выпадения идут самоцветы 3 уровня, свитки и пузырьки 3 уровня. При рассмотре данной комбинации видим, что 6, 7 или 8 ход по идее должен принести нам адского коня. Но в результате использования попыток конь нам так и не выпадает. Теперь посмотрим удачную попытку. Здесь мы видим, что выпадет однозначно 150 тысяч золота, 25 знаков славы, 2 самоцвета 3 уровня и свитки физатаки. Как видим, таким образом 5 попыток у нас уже определены. И вытащить самоцвет 7 уровня шанс велик. Начинаем крутить. Первыми выпали знаки славы. В следующем должно выпасть 150 тысяч золота. Так оно и получилось. Далее выпадают свитки, самоцвет 3 уровня, 150 камней духа, опять самоцвет 3 уровня. Очень удачно выпал самоцвет 6 уровня и 7. Вот примерная тактика поиска и получения предметов. Спасибо за внимание.